Я начинаю понимать эту игру. Может быть, оно и к лучшему, что я купил за $45, а не за 60. Может быть, сама судьба сэкономила мне 15 баксов. Такое ощущение, что Космосимы, я не знаю, блин, это какая-то деньговыжималка, что это, что Элита, блядь. Такое ощущение, что Ива Онлайн, такое чувство, что любители Космосимов какие-то ебаные Рокфеллеры, которых разводят на деньги. Что-то такое, да? У вас нет такого чувства? Темно, сука. Дайте свет. Все, вот это я видел уже на презентации. Так. Я уже одел скафандр. Мне показалось, я был в скафандре, а сейчас я его снял. Да, мне кажется, я сейчас в скафандре. Да. Вот это мой спальник, зацените, чуваки, здесь... Ну, не мой, не мой. Если я завтра куплю, перезакажу, то это будет... У меня будет такой же спальник. Тут и начинается наше космическое приключение. Есть столик, как в этом самом, в поезде, только на одного. На боковых местах. И книга... Да, хорошо. Мы обязательно сделаем скафандр, который позволит проходить игру, просто отвечая как угодно за 500 рублей. Так, посмотрим, кто мой сосед. Меня не пускает к нему. Сосед! Меня слышно? Здесь есть твой чат? Сосед! Сосед, open the door. E-door. Спасибо за подписку, Тириак. Сосед не открывает, но я проваливаюсь к нему сквозь стену, но вижу только темноту. Возможно, он спит. Посмотрим, что пьют в будущем. Это похоже какой-то энергетик Пипс Power Up и крабовая лапша. Стойте. Я должен сделать громче. Там она играет музыку. Я серьезно. Автомат с крабовой лапшой играет аниме музыку. Играй еще раз. When crab аппарат plays music again. Who knows? А. Nice. Dumpers Depot. Лучшие цены. Но это, видимо, они свою игру рекламировать продолжают. Так. Написано Danger. Ого. Открылось. Может быть, это выход на... Черт, я застрял в двери. Может быть, это выход на поверхность, друзья мои. Чего-то. Я не знаю, в чем мы находимся, но... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, потише. Знаете, графон, что мне напоминает? Помните игру Инвестигатор, которая была на одном из стримов? Такой ужастик был, вот. Ядрить, какое колесо. Вот эта хрень. Блин, по величественности и медленности своего существования это колесо напоминает мне реку Волгу, на которой я недавно был. Не знаю, что конкретно оно делает, но выглядит круто. Тихо, 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 не хочу падать. Чуть не свалился в открытый космос, как Сандра Балк. Ну, я понял, что вот то место, где мы находимся...
Это бомбануло у кого-то, кто за 15 тысяч долларов игру купил, а потом увидел, сколько в ней всего. Шапки! Рабат, рабат, рабат. Мне кажется, это какое-то еврейское слово. Стоят по 200 баксов, но я не буду их покупать. Штаны за 78 долларов. Ну, игровых 78 долларов, конечно же. Это внутриигровая валюта, которую можно покупать за реальную. Если долго смотреть на журналы, они становятся четкими. Белло. А, это фирмы. Я думал, это их владельцы. А это фирмы, типа, шмотки всякие. Есть мокасины от Кулор. 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 Кульор. Кулья. Кулья. Так. Блин, не буду больше никогда говорить, как француз сразу захотел сдаться Гитлеру. Блин, и музыка такая играет, как будто я... Знаете, уже лучше No Man's Sky, и я не шучу. Хелло. Стоп, плиз. О, он ушел. Так, у меня, значит, два, ну, точнее, у товарища два корабля. Это ANVL Hornet и RSI Constellation Andromeda. Я вот этот возьму. Так, на этой, на площадке А10. На перроне А10. Так, так, теперь надо разобраться. Тут были указатели. Ну, от 0 до 4 там, а 10, видимо, там где-то. Блин. Это А10 или просто 10? Я, блядь, как на Казанском вокзале. Ничего не понятно. Парни. Жалко, бара нет, но, видимо, его скоро завезут. Воу. Вот это ел день, чуваки. Я понял, куда ушли его 275 долларов. Мне кажется, у него очень маленький член, раз ему понадобилось купить это. Вот это хуёвина. Где в неё вход? Тихо, не раздави. Да реально задавить может вообще без проблем. Ну все, я как царь захожу. Блин, жалко, никто не видит, если бы в этой игре было побольше народу. Все бы смотрели и завидовали мне. Капитан идет на свое судно, друзья. Блин, даже если в этой игре просто можно будет купить такую срань и собраться друзьями внутри нее, это уже будет стоить 60 баксов. А прикиньте, может быть, женщиной прилечь на это седалище. Вот эта игра могла бы быть, но я что-то сомневаюсь, что они сделают что-то достойное. Мне кажется, то, что мы сейчас видим, это и так есть, Макс. Прикиньте, лететь в этих сиденьях втроем с друзьями, еще чтобы каждый был в Oculus Rift, но это уже совсем мечты, но... Тихо, тихо, тихо. Я надеюсь, мое кресло не будет настолько продвинутым. Узнаем 16-го. Ну чё, полетели. Во! Нихера себе! Так. И чё это, какая-то какашка вдали?
А, не-не-не, все, вижу очертания. Это типа станции. Типа нашей. С этой. МКС или как она? Через 2 километра какой-то чувак, видимо, есть. Так что сейчас сядем. Сейчас сядем, чуваки. Гнида не потеряет свой корабль, я отвечаю. Блин, стрёмно мне как-то. Stand by. Scanning. Во. Швартуемся. Так. Так. Ага. Ну, типа, прилетели. Да, ну что ж, спасибо Гниди за то, что дал посмотреть на корабль за $100, за то, что дал поиграть.